привет! С вами Маргарита, вы на канале «Недвижимость Испании». Мы продолжаем с вами путешествовать по нашей любимой Испании. Сегодня в рубрике «Полезное видео» я хотела бы показать вам мой, один из моих любимых ресторанов, который располагается в городе Алтея. Мы приехали сюда не случайно, мы гуляем, наслаждаемся солнышком испанским, морем, пляжем. Ну, естественно, мы проголодались, и нам очень захотелось поесть. Где же покушать вкусно, красиво, наслаждаться вкусом, подачей блюд? Только в этом ресторане. Называется он «Колумба». В переводе «Колумба». Весь ресторан сделан в виде корабельной палубы, в виде корабля. Здесь необыкновенно красивый дизайн и очень вкусная кухня. Наслаждайтесь, пойдемте смотреть. Закончился наш вкусный обед в этом ресторане. Чтобы вы знали, по испанской традиции, после вкусного обеда или ужина вам обязательно принесут в рюмочках испанский такой напиток, лимончелло называется. Его принимают после обильной тяжелой пищи, мы кушаем мясо, для того, чтобы ускорить пищеварение, чтобы не было тяжести в желудке. Ну, естественно, так как мой оператор не пьет, ему нужно за руль садиться. Выпала такая доля мне показать вам, как же это делается после вкусного обеда. Итак, дубль один. Ой, вкусно. Пахнет персиком, правда. Потом так... Дубль 33. Дубль какой? Дубль 33. И такие много-много пустых рюмок, знаешь? И я такая... Подошел к концу очередной наш видеоролик, очередное наше маленькое путешествие. Мы очень рады делиться с вами своими хорошими впечатлениями и очень надеемся, что заряжаем вас хорошей энергетикой, и вам приятно смотреть, следить за нашим роликом. Оставайтесь с нами, следите и дальше за нами, ставьте лайки, пишите в комментариях, чтобы вам было интересно посмотреть. Мы очень постараемся исполнить ваши просьбы. Напоминаю вам, что мы были в ресторане «Колумбус», который располагается в городе Алтея на первой линии моря. Сейчас мы находимся на набережной красивой. Приезжайте сюда, городок восхитительный. Здесь очень приятно будет вам погулять. Море магазинов различных, а также куча всевозможных ресторанов и есть порт. До скорых встреч на нашем канале. Пишите, звоните, буду рада ответить на ваши вопросы. Я на солнышке так разморила после этих чуток, что-то я запьянела. До скорых встреч. Adiós.